В рамках проектов «Российское село» и «Культура малой родины» единороссы помогли организовать фестиваль «Золотые россыпи романса», который прошел в Веденском доме культуры «Огонек». Как рассказал депутат Совета депутатов Одинцовского округа Владимир Веницкий, в нем приняли участие 53 исполнителя. Это не только жители нашего муниципалитета, но и артисты из Рузы и Можайска. Так фестиваль сразу вышел на региональный уровень. Верю, что такой фестиваль станет доброй традицией нашего округа. Со своей стороны, мы обязаны будем поддерживать подобные инициативы, сказал Владимир Веницкий.